Стало известно имя нового госсекретаря США. Им стал Джон Керри. Решение об этом принял президент Барак Обама. Керри был соперником Джорджа Буша-младшего на президентских выборах 2004 года. До последнего времени он занимал пост главы Комитета Сената по международной политике. Керри станет госсекретарем США вместо уходящей в отставку Хиллари Клинтон. О своем желании покинуть большую политику Клинтон заявила еще осенью. Супруга бывшего президента США Билла Клинтона намерена заняться общественной деятельностью, в частности, защитой прав женщин и детей.